Китайский тайфун Ампил до Магадана не дойдет. К зоне риска Колыму отнесли федеральные СМИ. Но местные синоптики информацию опровергли. Никакого тайфуна у нас не ожидается. В ближайшие дни у нас погода формируется под влиянием циклона, который располагается в восточной части нашей области. С ним связан фронтальный раздел, поэтому на территории области местами небольшие осадки. Выходные ожидаются. Температура воздуха в центральных районах ожидается в пределах 20 градусов. На Охотском побережье от 13 до 18.